Сегодня во время вот этих двух замечательных, ярких рассказов Уэйн два раза говорил о том, что в этот момент я понял, что моя жизнь никогда не будет больше такой, какая была прежде. Ну, когда это касалось алкоголизма и наркомании, и когда он встретил Гуру. Today, when you were telling these two wonderful stories, you twice said that, and then I understood that my life will not be the same anymore. In the first story, when we were talking about giving up drinking, and in the second story, when you met your guru. Я хотел спросить, какова роль наших нашего внутреннего интуитивного чувства, что ли, какова роль эмоционального центра, насколько она важна в учении Адвайты, скажем, или все-таки интеллектуальный центр, скажем, имеет какие-то привилегии, или они одинаково ценно равны? What is the role of our intuition and of our emotional center in Advaita? Or is the intellectual center considered to be more important, or they're equally important? Well, I can only talk about this living teaching of Advaita. Я могу говорить лишь об этом живом учении Адвайты. And for me and this teaching, both the intuitive and the intellectual play their role. И для меня в нем играет роль и интуитивная, и интеллектуальная. The intellectual is ultimately in the service of the intuitive. Конечно, surety интеллектуальное служит интуитивному. That these intellectual pointers are here to point you to a more expansive vision. Эти интеллектуальные показатели здесь для того, чтобы указать вам на более такое экспансивное, широкое видение. This is what we call the intuitive, this expansion. Это то, что мы называем интуитивным, вот это расширение. Non-specific. Такое очень неспецифическое, неспецифичное. It is a knowing. Это такое некое знание. The intuitive is a knowing, a being. Интуитивное — это знание. And it is inclusive. Оно инклюзивное, это бытие. The intellectual is focused and specific. И интеллектуальное, оно сфокусированное и очень конкретное. And it is a very good tool for that. И это очень хороший инструмент для этого. But it is always a tool to bring you back to the expansive. Но это всегда инструмент для того, чтобы приводить вас обратно к экспансивному. Мне никогда не удавалось пережить подобных состояний, когда я понимал, что вот сегодня моя жизнь пойдет как-то иначе. I never had such an experience that I suddenly understood that today my life is taking a turn, a different turn, will now be different. Поэтому, возможно, здесь есть нечто экстраординарное, необычное. So maybe there's something very unusual, very extraordinary here.
может такое быть, чтобы, допустим, жизнь пошла как-то по-другому, а у человека просто это, ну, мозг не зарегистрировал это. То есть не было, ну, например, вот, да, не было такого, как вот осознания, что а вот сейчас, вот с этого момента у меня все будет по-другому. Ну вот она просто пошла по-другому, чтобы все изменилось как-то. It's possible that a person's life would take a turn, take a different turn, but the person just didn't notice it, that there's not some big event, and he just didn't register it, but it just started to go differently. Of course. Конечно. And that actually happens all the time. И на самом деле это постоянно происходит. So it's all about the story. Все связано с историей, которую вы рассказываете. So you either tell a story about it. Вы или рассказываете какую-то историю об этом. Or you simply live it. Или вы просто живете. And in this case, my story is one that I have told so many times. В данном случае моя история, это история, которую я рассказывал уже так часто, that it has taken on a life of its own. Что она уже стала жить своей собственной жизнью. And it is more a representation of what happened than an actual description. И это скорее же как бы вот представление о том, что произошло, чем реальное описание событий.